И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Гусанёк, Никитос, Джози, Евнух, Сатору. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классный ролик, потому что у нас будет сравнение, кто быстрее, машина или аниматроник. И как раз проверим, с какой скоростью бегают аниматроники. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Я начну с самой медленной машины, которая у нас есть. И буду делать все выше и выше ставки на скорость. И как раз мы проверим, кого я смогу обогнать. Для начала возьмем зеленый Запорожец. Моя мечта. Я никогда... Он еле... Что это за машина? Это моя машина. Пацаны, вы готовы? Я готов. Три, два, один. Да я... Что? Голова Дима остался. Что, 20 километров? Я еле еду, вы можете тупо вокруг меня бегать. Что такое, Дима? Есть 40. А нет. 50. А нет, еще не... Началось. Давай, ребят, пока. Ребята, теперь у нас донаты во время записи. Рецепт яичницы. Пацаны, брать. Ай, блин, это жесть. Со скрипов, ребята, осталось. Одна минута. После чего разбить два яйца, ну, и кинуть их в сковородку. Что он скинул? Какой-то рецепт. Подождать 5 минут, после хорошо. Посолить и подождать еще. Надо 5 минут. Мы рецепт слушаем, я понимаете? Это жесть, просто угар какой-то. Вы что, сговорились все? Ребята, это жесть. Теперь может любой попасть на мой ролик, не только на стримы, просто донатить. Начинаем веселиться, приятного просмотра. Так, правильно, начинаем веселиться и приятного просмотра. Я теперь беру Волжану, она немножечко быстрее. Три. Максим, я вообще не понял, ты что, теперь будешь всю серию на головешке своей? Да вы чё гоните, Максим? Ты какой-то гадость написал, по-любому, я уверен. Всем приятного просмотра. Ребят, всем приятного аппетита. Рахит. Какой Рахит? Ты чё пи... А, вот так, значит, ты со мной? Я тебе должен в этой серии по-любому обогнать. Три, два, один, полетели. Ну, Волга, давай, 10. 20, она быстрее, смотрите, она прям 30 километров может ехать, 40. Ну, давай, есть, я обогнал, одного обогнал аниматроник. Так, получается, эндоскелет бегает со скоростью 50 километров. Это мы уже вычислили. Так, он а кто там прыгает? Максим, это ты на Фоксе? Нет. А ты марионетка, сейчас я обгоню, смотрите, я догоняю Максима. Ну, Фокси, давай, ну, Фокси. Другой жизни обгонишь. Ты... Хорошо, хорошо. Так, мы уже выяснили, что в среднем аниматроник с фулл ППР где-то бегает 50 километров. Это хорошо. Так, берем еще лучше тачку. Теперь у нас будет бешеный... А машина называется Трабант. Что за странное название? Во, я возьму крячку. Так, подождите. Получается, Максим у нас пока мисс победитель, да, за аниматроника? Да, уже два раунда я выиграл. А, ты еще и считаешь. Хорошо. Три, два, один. Полетели. Давай, машинка! А что это за диван бешеный? Ребята, у вас как всегда тупо жесткий угар. Вот, это та гонка, когда я выиграю. Смотри, Максим, это ты за крячку бежишь? Да. Я тебя догоняю! Максим! 60. Меня врезался. Раз, давайте проверим. 60, где-то около 60 километров. Максим! Я тебя... Ребята, наконец-то я перегнал их на тачке. Жопа. Блин, не проси. Но эта машина намного быстрее. Намного быстрее просто. Да я поддаюсь. А, ты поддаюсь. Я тогда не буду машину эту менять. Пока вы мне не сделаете за аниматроника, я ее менять не буду. Слушай, правильно фуфлыжная. Это просто жесть. А давайте мы посмотрим, что тут можно... А, я больше ничего не могу. Я хотел ей поменять... А, скин есть, давайте, какой еще скин? О, красная. Давайте красную, мне кажется, красная машина всегда быстрее. Максим, ты взял побыстрее сейчас аниматроника или нет? Нет, сейчас я возьму. Давай. Пацаны, я бегу до сих пор. Ребята, обязательно ставим лайкосики, подписываемся на канал, залетайте в наш Дискорд и Телеграм, потому что в Телеграме у нас сейчас проходит розыгрыш Гаррисмода. Ссылочка на Телеграм в описании. Саня пытается на этом победить. Три, два, один. Вот так, да, значит? Ну, смотрите, вначале я проигрываю, но потом я со временем нагоняю скорость. Максим! Меня волчара помешал, тут можно мешать машине ехать. А я первый. Так потому что я волчаре в жопу выехал. Но я Димиса подарок. Ну нет, я должен выиграть. Ну, давай. Если я сейчас Фокси обгоню, давайте мы быстрее. Мы с Максимом выиграли. Ты быстрее, быстрее. Фокси обогнал. Я обгоню. Ну, есть. Одновременно. Значит, головешка, я вижу, очень мощная у нас. Вот мне интересно, с какой же скоростью голова едет? И летит. А как правильно? Едет, летит. Летит. У нас есть вот такая тачка, это еще быстрее.
А мы Фокси брат. Так, скин, какие у нас есть скины тут? О, поносовый цвет. Максима любимый. Максим, твой любимый цвет. Да. 3, 2, 1. Ну, надо быстрее машины брать. Ну, я знаю, что у нас есть тачки, которые намного быстрее аниматроников, и сейчас мы к ним дойдем. Так, первого делаю. Красиво, красиво делаю, смотрите. Нет, нет. Дим, я устал уже выигрывать 4 раза уже. Да? Я хорошо, хорошо. Возьми мангу. Возьми Рахита. Так, догоняем Фокси. Эй, Дима, не надо. Догоняй, догоняй, смотрите, сейчас я смогу. Понимаете, вы можете мне мешать ехать, вы можете просто перед машиной мансить, и я просто начинаю медленно ехать. Максим, ну, я же понимаю, что сейчас я тебя просто выиграю. Ты улавливаешь момент этот? Ну, о, да, давайте просто сейчас возьмем Сан-Андреас микроавтобус, они уже намного лучше. Ну, хорошо, хорошо, давайте. 3, 2, 1. Сейчас. Вот смотрите, вначале башка очень сильно стартует, но сейчас будет тот момент, когда я ее догоню на повороте. Так, не мешай, не мешай, они могут мне мешать. Кстати, мешать не запрещается. Они, блин, управляются намного лучше. Смотрите, я догоняю его. Точно? 60. Блин, ты где-то приблизительно 60, не, где-то 70 километров ты летишь. Может, и сотку. 70. Блин, ну микроавтобус реально кусок говна какой-то, вообще ни о чем. Хорош, хорош. А че кусонек тут на диване вообще мансит? Я еще не понимаю. Вот моя скорость. Дрифтуна крутит. А, ну, Максим, смотри, какую я тачку беру. Вау. 3, 2, 1. Вот, она прям ярче стартует. Сразу 30-ку едет. Вот, сейчас я их догоню на повороте. 50. А, хорош. 60. Блин, я на поворотах очень сильно скорость теряю. Голова, замедли Диму. 60. Ну, давай ты. Есть, я есть, есть, есть. Смотрите, по прямой догоняю их. Ну нет у нас прямой здесь, поэтому не могу их догнать. Диму тупо обыгрывают. На первом месте. Не, ну давайте по-честному. Вы видели, как они стартуют? У них просто мгновенная набратья скорость. А я как Рахит обдристанно набираю скорость. Донат, значит, был не зря. А, понял. Посоветую аниматроника. Смотри, какую я сейчас тачку беру. Мангу возьми. Возьми ты мангу. Идеально. Смотри. Приближаемся к быстрым тачкам. 3, 2, 1. Ты же быстрая тачка, почему ты как не быстрая едешь? А во, кстати, уже 60 быстрая. На повороте сразу. Есть? В резюме не указывают. А как кружка? Подрезайте, подрезайте его. Так, 70. Я догоняю вас, пацаны. Вот, есть шанс меня выиграть. Вот сейчас следующую гонку я по-любому должен затащить. Ну, 100%. Ну, давай, 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 давай. Видели? Все, разрыв все меньше и меньше у нас. Отлично. Я выиграл больше. Тебе уже меня не нагнать. Все сказал? Я все сказал. Хорошо, давай. 3, 2, 1. Ой, подвисает что-то. Едет. Ну что, пацаны? Вот как я могу быстро. Нет! Ты, блин, занесло на повороте. А, Дима, нет, я тебя выиграл. Есть, ребята. Я смог выиграть. Я сдал. Не, ну Максим меня просто начал оскорблять. А ты без шифта ехал случайно? Что-что? А ты без шифта был? Шифтом. Да я не хотел, как, ну по-честному же. Так в смысле по-честному? Хорошо, давай без шифта. Хорошо, без шифта. Так я не могу вас догнать без шифта. А вот это явно не моя проблема. Хорошо. 3, 2, 1. Ну вот этот звук двигателя вообще жирнячий. Ага. Делаем скорую. Ой, скорую, пожарную, скорую. Полицейскую. Да. Газовую сумку. Ой, виснет, виснет. А где ты? Не знаю, у меня зависло. Ты вылетел? Нет, ты не вылетел. Вот башка. Ну, давай, давай. Обогнал, да? Нет, я не смог его обогнать. Да, у меня машина... Полицейская меня обгнала, не обгнала. Она терлась. О, ребята, смотрите, мне надо взять, просто поставить тачку и поднять ей подвеску, потому что я трусь. Блин, у меня на углу прямо так сильно залагало. Я в стену врезался. Я тоже в стену врезался. Ну что, Макс, ты готов слиться? Сейчас я не буду теряться. Без шифта. Вообще нельзя даже чуть-чуть нажимать? Вообще так нет. Так у меня нет таких машин, которые смогут тебя обогнать тогда.
А где ламбу? Проблема. О, хорошо, сейчас я буду пытаться ехать наравне с тобой, чтобы выяснить твою скорость. Ну попробуй. 3, 2, 1. Ого, я сразу дрифту надо. Дима резко отступил. Эй, я не вижу тебя. Ты куда полетел? Подрезай, голова. Объясни. Вот, смотрите, выясняем скорость. Вот я еду... 77 километров ваша скорость. Гусенек обогнал. Привет, приятель. Ну, выяснит. Смотрите, просто перед финишем. Фу! Это было сильно. Это было мощно. Выяснит, жопа. Что, сильно зависает? Бывают моменты. Это специально я делаю, так ввожу команды, чтобы у вас висло. Хорошо, давай возьму конченую машину, но буду ехать с шифтом. Жигули. Ну смотри, какую я взял рахитную машину. Но это только внешний вид. Да? Ну давай проверим. О, у нас же есть машины там, где этот, вот это вот с другой вапака, а не Симфис. У них шифт не работает. Sorry. Хорошо. Ты готов, Макс? Да. Все готовы? Да. 3, 2, 1. А ты за этого Бармалея зеленого? Кто? Или где-то, я не вижу тебя. А я в невидимости. Вот он я. Так эй! Давай, 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 быстрей! Давай, пока. Чао. Баба Ренетка на машине едет. Блин, Максим, ну давай еще раз. Ну я не видел тебя, я сбросил скорость в начале. Хорошо. Давайте еще раз. 3, 2, 1. А, я врезался. Это что, марионетка на машине? Да, это я. А что ты так близко? А где ты? Покажися. Подожди, или это не ты, или это не ты сзади меня? Да тут мешает паршиво, не учи. А, это Санек. О, вот ты, да блин, смотрите, я даже шифтом не могу догнать. Вот, вот вам и результат, я не могу с шифтом его даже догнать. А я могу, на полицейской тачке. А, видишь, полицейская машина намного лучше. Ну, хорошо, хорошо. Во, давай вот этот с шифтом попробуем. 3. На этой машине не работает. 2, 1. Давай. Сейчас мы с Гусеньком посоревнуемся. Ты что думаешь, ты самый умный? Я борки выполняю. Ну, Санек шифтом обгоняет меня. Ну да, 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 полюбался. Это он меня врезался? Да блин, ну её несёт как кусок желейного говна. Ну. Практически одновременно. А тормозов у машины не то что нет, они просто отсутствуют. О, давайте вот сиреноголового. Он, кстати, сиреноголовый очень быстрый. Его Максим, давай ты сейчас не с того невидимым, только я возьму аниматроника, молодец. Я возьму транспорт с этого пака другого. Там, где нет шифта. Только никто не стопьте, пожалуйста. Да, да, да. 3, 2, 1. Ай-яй-яй, шифта нету, я тебе делаю. Эй, машина! Ага, что дирижабль. Она не едет. Да, блин, она не едет ровно. Она едет как кусок говна. Ну давай, есть. Минус Максим! Эй! Она не управляется. Да. Да блин. Тебя сиреноголовый на жопе догоняет. Даже сиреноголовый меня сделал? Да, он на жопе тебя догнал. О, давайте сейчас тоже возьму аниматроника, мы проверим, кто быстрее, аниматроники или сиреноголовые. Давай езжу до машины один. Вот, у нас есть еще быстрый, вы помните этого? Он голимый. Он голимый? Я быстрее. Хорошо, хорошо. Вот летающий у нас есть, смотрите. А, тоже медленно, стопы, 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 сейчас. Марионетка, которая прыгает. Во! 3, 2, 1. Сиреноголовый быстрее. Равно... Чё за скейтборд у сиреноголового? Машина у него скейтборд. А тебя не смущает то, что он на жопе едет? Я не могу никого убить, я бы хотя бы убить кого-то. Да ладно, я не выиграю, я как рахит бегу. Есть. Нифига себе, они покрутят. А мне кажется... О, хорошо! Ребята, я придумал. Давайте сейчас чисто заруба. Посмогу ли я обогнать сиреноголового? Вот это уже, кстати, очень интересная тема. Так, тогда берем очень быструю тачку, которая не несет. Это несет. Вот это. Ну давайте. 3, 2, 1.
очень внимательно должны сейчас ехать и всех обогнать. Кто сейчас врезается? Ну что? Вот вам и сиреноголовые, понимаете? Получается, быстрее машины никого у нас нету в пилпаках. Крошка, крошка, нас уделали. Ну блин, он шифтом, а без шифта я выигрываю его. Ну да, получается, да. Ну а без шифта это как газ, на холостых чуть ли не еду. А как мне выиграть тогда? Молча. Хорошо, давайте последний заезд делаем чисто на машинах. Все? Все на машинах. Берите машины, какие вы хотите. У сиреноголового у меня скейтборд. Так это реально как-то как скейт смотрится, это было классно. Ребята, кто помнит, эта тачка одна из самых лучших. Мы обязательно покрасим в желтый цвет, потому что когда машина желтого цвета, она едет быстрее. Ты знал, Гусоник, это? Нет. Я знал. 3, 2, 1. Максим, пока. Ну ты на старте, может быть, такой хорош. А вот машина в поворотах у меня хорошая. Только никогда меня толкают. Ха-ха-ха, я первый. Бабах. Ой, жесть. Что? Блин, я назад смотрел! Я назад смотрел! Я ну выиграл, нет! Ура, я выиграл. Да блин, да я поддался специально вам! Да, конечно, я даже Диму обогнал. Да я поддался, я, понимаешь, я это сделал. Да, да, поддался, свет в глаза светил. Да, только неправильно светило в глазах. Дим, ну не говори так. Я еще раз хочу, я хочу отыграться. Это дело, да чё, дело скажи, принципа, ладно. Понимаете? Я не могу проиграть, ну никак. Ну давай. 3, 2, 1. О, я первый. Это ненадолго, Макс. Парочка, едем. Ой, что-то фризит. Да. Что это сейчас? Нет, блин! Да ну нет, я хочу выиграть! Машина, ну ты... Максим! Что творится у нас? Непонятное вообще. Блин, я обгонял, но врезался. Так, все. Я очень сильно разозлился на вас. Ладно, давайте честно, я поддавался все это время, сейчас я выиграю. Готовы? Ты можешь еще круче взять машину? Да нет, кстати, это самое быстрое. 3, 2, 1. Кто передо мной машину поставил? Правильно и сделал. А теперь, ребята, я должен первый. Теперь я уже не накосячу на поворотах. А ты что, 130 летит? Нет, ну не стена. Есть, я выиграл. Ну что, Макс? Я третий. Ну передо мной. Ну давай еще раз, давай, ладно, ладно. Да ну подождите, ну мужики. Ну ё-моё. Хорошо, давайте в другую сторону, чтобы было интереснее. Разворачиваемся. Все, давайте сейчас друг другу не мешать. Я сейчас, у нас идет, получается, заруба с Максимом. Тоже лучше. Максим за аниматроника выиграл. Базара нет. Прибил свои же машины. 3, 2, 1. Хорошо, да, Максим, когда у тебя есть знания и знаешь, какая машина самая быстрая? Ну да, вы. Подожди! Ты думаешь, я не знаю, что ты самый умный? Я самый умный. Я так думаю. Да, Дима, что это такое? Одинаково. Одновременно же мы вместе пришли. Да? Все, ребята, последний заезд чисто с Максимом. Давай, Макс, чисто вдвоем. Давайте, чтобы не мешали нам никто, чисто вдвоем с тобой. Сейчас, на старт. Внимание, марш. Вот, смотрите, чисто тронули. Слышь, у нас одинаково. У тебя быстро. Ты свойства поменял! Я не. Что ты сделал? Да я ничего не делал, я еду! Я выиграл! Рано праздновать, Дима. Ай! Хотя уже да, выиграл. Победил. Я начал просто бумаги крутить на месте. Дима жопой. Ну ладно, давай не будем врезать. Давай, короче, сейчас делаем гонку. Ты на своей полосе, а на своей. Дима тупо жопой выиграл. Все. Давай, короче, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Решающий раунд. Раз, 3, 2, 3. Серега, Чегустанек выигрывался. Но Дима не отстает. Или отстает. А не отстает.
Да нет, я должен был выиграть! Ладно, Максим, ты победил, все. Дай ему медальку. Ты победил. Если понравилась эта серия и эта рубрика, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Телеграм, Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.